No, I'm not a writer. Okay. Всем привет! Мы на очередной рыбалке, решили половить щуку и окуня. У нас стояли жаркие деньки, а ночью прошла гроза, немножко похолодало, так что может нам удастся споймать щуку или окуня. Ну все, счастливо, смотрите. Когда плывем к месту лова, хорошо использовать вот такой держатель, как у меня, фастен, держатель фастен для удочек. Удобно. Он у меня служит, я так троллингом без мотора занимаюсь. И ни одна щука так уже была поймана с помощью него. Зажал, в нем поставил и плывем на место лова. Кто-то тренируется корабликом управлять на радиоуправлении. Ой, здоровенький. Хороший такой. Так вот. На железо взял, да? Да. Ничего себе. Как-то тут так интересно. Вот такой окунек.
клюнул. Хороший экземплярчик. О. Плавали мы сегодня, плавали, и ничего больше не споймали, кроме этого окуня. Ну, пускай будем выпустим, пускай он плотнится дальше. Эй, вплыл. Все. Всем спасибо, счастливо, до свидания, до новых встреч.